Так, последние вроде как 3 миссии. Потому что там развилочка какая-то должна быть. Врата ада у нас миссия началась. Какие-то капсулы там что-то спасать надо, сейчас позырим. Нечего всякую дрянь нюхать. Так, я что-то не понял, я же нажал загрузить и загрузить его. Врата ада. Как всегда, почему-то мега долгая вот с середины загрузка. Сука. Так, ну улучшения там все, что хотел, взяты. Блин, реально уснуть можно. Так, что у нас по армии? Мародеры. Говори. Разводятся. Танки есть, бункера. Сэр. Одна из капсул приземлится через несколько секунд рядом с вашим текущим местоположением. Режим готов. Хорошо, выдвигаемся. Мы должны найти их, прежде чем это сделают зерки. Я уже заждался. Кому наверх? Ресурсиков немного. Рейдеры Рейнера! Рады вас видеть, парни! А где генерал Ворфилд? Я беру командование на себя. Это присоединяйтесь к нам, будем искать вашего генерала. Так точно, сэр! Очень мило с твоей стороны дать им надежду, Джим. Ну давай, приведи их прямо ко мне. Как барашков на бойню. Не слушайте ее. Не отвлекайтесь, и мы выберемся отсюда живыми. Вот зараза, а. КСМ-чика надо послать. А? Чего пугаешь? Давай, удиви меня. Тут бункер есть, он защищает. Выкладывай! Чем порадуем? Так, это порядка. Сэр, я обнаружил недалеко от вас десантную капсулу. Сколько мы... Выкладывай! Так, что будем строить? Ты точно построил? А? Чего пугаешь? Так, и... Центр секретных операций. Водишки! Что стряслось? Пристройка завершена. Сваливаем. Прочь с дороги! Так, подчинение.
этих призраков будем строить. Что у меня? А, лимит есть. Давай, передаю координаты ближайшей десантной капсулы. Капсула еще одна. Улучшение. Призрак явился. Так, призраки. Какова ситуация? Маскировка. Мне не нужны напарники. Один сюда. Вооружен и опасен. Брось в дороге! Приказ получен! Что за спешка? Все понятно! Так, а это что? Отправьте этот завод на базу и начинайте производство! Приказы будут! Выполняю! Так, пяточек. А! Чего пугаешь? Режим готов! Так, призраки, еще два. Как по мне, самые сильные юниты. СМ готов! Куда стрелять? Отошили! СМ готов! Ядерная ракета готова. За дело. Режим готов. Сэр, еще одна капсула идет на посадку рядом с базой. Что происходит? Приказы будут? Так точно! Выполняю! Улучшение завершено. Понятно! Отлично! Танк. Я уже заждался. Ну, отряд-то увеличивается, это мне не надо. А? Чего так. Пугаешь? Реактор на заводе. Ложись на меня! База атакована. Сколько можно сидеть без дела? Выкладывай! В пути! Мы теряем. Пристройка завершена. Только свистни.
Сэр, в вашем секторе замечена еще одна капсула. Так, готовы теперь всех собрать. Выкладывай, призрак явился. Точно? Какова ситуация? Мне не нужны напарники. Что-что? Вперед! Мне не нужны напарники. Какова ситуация? Так, надо туда свалить. Проще простого. Как скажешь. Это что, там миллионы? За дело. Подтверждаю. База атакована. Выдвигаюсь. Прикладывай. Мне не нужны... Войска союзников атакованы. Поддержка авиации — как раз то, чего нам не хватало. Надо переправить космопорт на базу и начать производство. Вперед! Проще простого. Улучшение завершено. Так, космопорт. Где мы будем? Здесь. Месторождение минералов выработано. Выкладывай! Арсенал. Очередная капсула заходит на посадку. Тряслось! Еду! Так, сколько капсул? 4. Войска союзников атакованы. Нет, только не это. За дело. Наши КСМ атакованы. Как скажешь. Ладно. Есть, сэр. Понятно. Мне не нужны напарники. Так, а это кто такие? Я буду только... Вперед! Подтверждаю. Так, я так понял, когда соберется отряд, уже будет выполнена миссия, походу. Есть, выпадем! Так, арсенал. Сэр, приборы фиксируют множество десантных капсул, которые входят в атмосферу. Боюсь, у вас не хватит времени, чтобы спасти всех доминионцев. Вокруг слишком много зергов. Проклятие. Сделаем, что сможем. Но добраться до всех и правда не получится. Получится. И что теперь? Пристройка завершена. Вперед! А
атакована. Становится жарко. Выкладывай. Можно попробовать. Ну вот. На помощь! На помощь! Это генерал Уорфилд! Нас купили! Корабль падает! Короче, тут долго не поиграешь в такой миссии. Держимся на позиции! Нужна помощь! Скорее! Мы идем, генерал. Держитесь. Черт, он нас не слышит. Чтобы пробиться к Уорфилду, придется разобраться с этими червями Нидуса. Гости пожаловали. А, так это продолжение этой же миссии. База союзников атакована. Войска союзников атакованы. Теперь нам нужно собрать все силы и попытаться спасти Уорфилда. Уорфилду недолго осталось. Мои питомцы уже идут за ним и его людьми. Вы ничего не сможете сделать. Что-то ты разговорилась, Керриган. Нервишки шалят. Проще простого. База союзников атакована. Есть. Будет сделано. Как скажешь. Подвигаюсь. База союзников атакована. Есть. Выдвигаюсь. База союзников атакована. Приближается новая группа десантных капсул, но будет слишком опасно пытаться спасти всех. Есть. База союзников атакована. Командир, последние отряды Доминиона высадились на Чар. Теперь помощи ждать неоткуда. Может, поможешь мне? База союзников атакована. Понятно. Улучшение завершено. База атакована. Высылайте мешки для трупов. База союзников атакована. Есть, сэр. Я готова. База союзников атакована. Полагаю, дело срочное. Месторождение минералов выработано. Какова ситуация? Вперед. База союзников атакована. Войска союзников атакованы. Призрак явился. Вперед! Выкладывай. База союзников атакована. Че, уничтожили? Как скажешь. Ничего не понимаю. Будет сделано. За дело. Пиздец. Понятно. Проще простого. База союзников атакована.
Какова ситуация? Можно попробовать. Призрак явился. Что-что? База союзников атакована. Союзников атакованы. Есть. Понятно. Призрак явился. За дело. База союзников сторожевого выработана. Зря вы сюда пришли. База союзников атакована. Ладно. База атакована. Мне не нужны напарники. Что-что? Высылайте подмогу! Точно. Улучшение завершено. База союзников атакована. Есть, сэр. Становится жарко. Есть. Вперед. База союзников атакована. Есть, сэр. Так, ну это понятно. Ничего тут не дается. А что здесь? Споровые пушки. Вот две капсулы не спас, получается. И пушку одну оставил.
Слышал, вам нужна помощь? Мы прибыли, как только смогли. Ну, генерал, отдохнули и хватит. Ах ты, ловкий сукин сын. Ха-ха. Ты последний, кого я ожидал здесь увидеть. Простите, что прерываю, но местные все никак не успокоятся. Спасибо, что спасли. Но надеюсь, вы тут не одни. Генерал, у меня всегда найдется туз в рукаве. Может, ты и чертов пират, Рейнер. Но сегодня ты спас моих ребят. Я этого не забуду. Это было не так уж и сложно. Планета Чар. Новости, архив, наемники, разработка. Ну-ка. А, ну только это все можно было здесь сделать, если что. Арсенал, 25 тонн есть. Ну а купить-то ничего все равно нельзя. Бабла не хватит на что. Наемники. Они как раз 25 стоят. Так будет. Так, что там тайпус? Оружие к бою, Джимми! Этих уродов тут целая туча. Это величайшее сафари в галактике. Не хочу обламывать тебя, тайпус, но нам пора двигать в район главного улья. Не лучший план, старик. Они прут из воздуха, из-под земли. При таком раскладе мы никуда не двинем. Умеешь поддержать, тайкус. Как самочувствие, генерал? Чертов яд. Велел медикам ампутировать руку, чтобы скорее вернуться на фронт. Только вот никак не приду в форму. Решил передать командование тебе. Я все понимаю. Трудно вам. Трудно? Эх, сынок, это все цветочки по сравнению с тем, что тебя ждет. Чтобы добраться до главного улья, тебе придется выбрать между атакой наземных или воздушных сил. Времени на все не хватит. Не волнуйтесь, генерал. С зергами я справлюсь. А вы давайте-ка отправляйтесь на корабль и лечитесь. Это приказ. Так, ну новости. В эфире Кейт Локвилл на канале UNN. Ошеломляющая новость. Зерги отходят на Чар. Пока что они не собираются покидать завоеванные миры, но большая часть пришельцев уже направилась к огненной планете. Что это может значить, Кейт? Пока неизвестно, Донни. Мы будем держать вас в курсе происходящего. Зато мне известно. Ничего хорошего. Благодаря вам мы смогли расчистить посадочную площадку. Генерал Ворфилд считает, что прямая атака на главный улей в данных условиях станет чистой воды самоубийством. Чтобы повысить шансы на победу, мы должны подорвать воздушную или наземную оборону зергов. Так. А ту или другую я взрывал, по-моему, под землей где-то бегал. Знаешь, я тут подумал. О да, это будет пострашнее зергов. Нам нужно разобраться с червями перед тем, как лезть в главный улей.
Постоянно прущие из-под земли зерги могут нанести вред нашему здоровью и благополучию. Хм. Если заложить взрывчатку в нужных местах, то можно затопить их тоннели лавы. Что скажете, генерал? Опасно, но может сработать. Меня гораздо больше беспокоят летающие зерги. Даже если нам удастся продвинуться вперед, они задавят всю поддержку с воздуха, и наша атака захлебнется. Есть предложение? По данным разведки, основная часть гнезд летающих зергов расположена на платформе на низкой орбите. Разнесем платформу, воздух будет наш. Тогда почему бы не вдарить по ней ядерной боеголовкой? Гнезда находятся глубоко в платформе. Бомбардировка их не затронет. Нужно будет высадиться на платформе и зачистить ее шаг за шагом. Выбор за тобой, Рейнер. Так. Возглавить небольшой элитный отряд, если затопить тоннель, я их топил первый раз, который чистит тоннели Чара от червей Нидуса. В случае вашего успеха черви Нидуса не будут участвовать в решающей битве с Керриган. Вот. Атаковать платформу. Уничтожить орбитальную платформу, которая служит рассадником муталисков и хозяев стаи. В случае успеха муталистские хозяева стаи не будут участвовать в решающей битве с Керриган. Быстрая воздушная боевая единица, чьи выстрелы поражают несколько противников. Хозяин стаи. Летающая осадная единица. Выстреливает симбионтов, которые наносят сильный урон при столкновении и продолжают атаковать врагов, оставшись на земле. Платформу. Если черви Нидуса полезут из-под земли, мы с ними справимся. Но без поддержки с воздуха нам крышка. Нужно зачистить платформу. То есть мы спустились сюда только за тем, чтобы тут же улететь обратно? Хотел бы я полететь с вами. Раздави их, Рейнер. Гнезда летающих зергов расположены на этой старой орбитальной платформе. По сути, она состоит из нескольких небольших платформ, вращающихся вокруг астероида по устойчивой орбите. Гнезда расположены слишком глубоко. Бомбардировка их не уничтожит. Но и полная зачистка обойдется нам слишком дорого. Что держит платформу на орбите? У нее есть система искусственной гравитации? Так точно. Судя по термическим снимкам, платформы излучают тепло. Температура внутри платформ контролируется с помощью башен системы охлаждения. Они все еще функционируют, несмотря на присутствие зергов. Прекрасно. Вот вам и решение, генерал. Нужно уничтожить башни во всех частях платформы. Реакторы перегреются, и нам даже не придется марать о зергов руки. Отличный план! Ты упустил свой шанс, Рейнер. Из тебя мог бы выйти непревзойденный офицер. Думаю, что я как раз на своем месте, генерал. Ладно, пора. К оружию на платформу. Керриган не даст нам второго шанса. Вот это будет интересно. Силы небесные. Пользуйтесь особенностью вашего противника. Если у него слабая противовоздушная оборона, используйте авиацию. Если нет детекторов, атакуйте замаскированными войсками. Ух ты, и так тут базой надо управлять. Есть работенка. Сэр, я сканирую платформы, чтобы выяснить местонахождение башен. Есть. Я отмечу расположение башен на карте. Призыв готов. Мать их. Джимми, тут все кишит зергами. Когда взорвем башни, платформы превратятся в пыль. И всему живому на них придет конец. ТСМ готов! Ха-ха-ха!
Недостаточно минералов. Режим готов. Так, что у нас тут за войска? Вооружен и кому приказываем? ТСМ готов. Стопудовую оборону надо делать. Что стряслось? Так, тут у нас база есть, тут тоже есть. ТСМ готов. Пристройка завершена. Точняк. Пристройка завершена. Недостаточно минералов. Я уже заждался. Задавим их интеллектом. Кому навешать? Задавим их интеллектом. Вооружен и опасен. ТСМ готов. Подполь. Да, командир. Давай, удиви меня. Улучшение. ТСМ готов. Что стряслось? Покинуть корабль. ТСМ готов. Так, спокойно. Арсенал. Еду. ТСМ готов. Так, а что это? Центр секретной операции. И арсенал надо еще. Поди ж ты. Призрак явился. Вперед! ТСМ готов! Выкладывай! ТСМ готов! Улучшение завершено.
понял. Режим готов. Недостаточно Виспера. Ядерная ракета готова. Под завязку. Кому навешать? Слышимость отличная. Порадуешь? Да, сэр! Куда стрелять? Ну? Улучшение завершено. Выкладывай! Улучшение завершено. Что такое? Недостаточно Виспена. Выкладывай. Водишь ты. Кого поджарить? Будут. Слышимость отличная. Где тут раненые? О, случай запущенный.
чего спалить? Слушаю тебя. Так, это обычный крейсер у нас. Улучшение завершено. Атакована. Это все уже нормально. Улучшение завершено. Как узнать, какая дальность у них? Из огня да в полымя. Что стряслось? Как скажешь. Огоньку. Призрак явился. Так, как мы замутим? Кого поджарить? Месторождение минерала. Точно. Улучшение завершено. Какова ситуация? Кого подлатать? Отдавим их интеллектом. Месторождение минералов выработано. Есть приказы, будут? Я уже заждал. Призрак явился. Мне не нужны напарники. Месторождение минералов выработано. Неплохо. Кому навешать? Давай, удиви меня! Вооружен и опасен! Что стряслось?
городишки. За дело. Улучшение завершено. Улучшение завершено. Так, второй уровень на подходе. Здесь у нас у наверняка танки еще. Танк на марше! И крейсер. Лот вызывали? Да, командир. Месторождение минералов выработано. Месторождение минералов выработано. Я уже заждался. База атакована. Ну, неплохо. Конечно! Чем порадуя? Вперед! Говори громче! Точно! Сколько можно сидеть без дела? А? Чего пугаешь? Так. Водишь ты. Месторождение минералов выработано. Месторождение минералов выработано. Все, конец минералам. Виспен один тоже кончился, надо идти на базу. Что такое? Так, на мастера осады разложенные будут стоять. Улучшение завершено. Брось с дороги! Вооружен и опасен! А? Я уже заждался. Кому навешать? Улучшение завершено. Конечно! Давай, удиви меня! Давно бы так! Вызывали? Прям неплохо все расстреливается.
Эскадрилья за мной! Так, и сюда бы научное судно прибавить. Что стряслось? Что происходит? Выкладывай. Эй! Сейчас мы всех этих дураков разобьем, базу там поставим. Впереди великие открытия. Ну? Да, командор. Все лечатся, все нормально. Здесь сейчас базу запилим. Выкладывай. Улучшение завершено. Кого подлатать? Буди! Есть, сэр! Наши КСМ атакованы. Да, командир. Входом в шахты. Сенсоры показывают в них большое скопление муталисков. Эскадрилья! Thank you.
перегревается. Уходим. Сэр, уходите оттуда. Ну? Есть работенка. Улучшение завершено. И что, он взорвется? А, вот. Она сейчас взорвется! Готово. Уходим. А тут ресурсики есть. Так, что там с улучшениями? Согласно показаниям датчиков, эта платформа защищена от атаки с воздуха. Есть, сэр! Какая платформа? А, вот это? Эта платформа защищена от атаки наземных войск. Так, если с воздуха это, значит, с землей сюда идти. Если это от земли, то надо с воздушным идти. С крейсерами, с миражами. А последний не знаю. Ладно. Тут сохранюсь и потом еще доиграю. Прям интересная миссия, хочется долго посидеть.